Ребята, если вы новичок и плохо разбираетесь, как узнать, хороший продавец или плохой, есть отличное расширение для сайта AliExpress. Устанавливается очень просто, ссылочку вам оставлю под видео. Кто захочет, может установить. Ставится он в Google Chrome, у вас появляется вот такая корзинка. При открытии любого товара у вас появляется внизу окошечко, вам предоставляет рейтинг продавца. Рейтинг 92, то есть это означает, что описание товара в магазине может не соответствовать реальности. На самом сайте AliTrust вы найдете интересные статьи о том, как узнать курс доллара на AliExpress, что делать, если товар оплачен, но продавец удалил его и закрыл магазин на AliExpress, и многие другие вопросы вы найдете здесь на них ответы. Также можно посмотреть отзывы на различные товары и еще много полезной информации. Поэтому советую, устанавливайте, вы не пожалеете. Привет-привет, дорогие подписчики и зрители. Всяко разное из Китая, я вас приветствую. Сегодня у нас на распаковке долгожданная посылка моя из Китая, с сайта AliExpress. В общем, посылка добиралась у меня 20 дней. Написано, что подарок. И что-то, ребят, меня мучают очень сильно сомнения. В общем, такая предыстория под этой посылки. Позвонили мне сегодня с почты, сказали, придите, заберите посылки. Большое количество скопилось. Я говорю, да-да-да, хорошо, извините, долго, ну, сейчас очень сильно занят, поэтому видите, что видео мало. В общем, поехал на почту. Мне вынесли вот такой пакет моих посылок. Я забрал и ушел. Ну, придя домой, давай перебирать их. И вот эту посылочку. Здесь должен быть телефон очень интересный, Сонька. Xperia. Но на почте я не проверил, она, в общем, смотрите, вся перемотана Москва Внуково вот таким зеленым скотчем, да, какое-то вложение еще здесь идет, я не пойму, тоже заклеено все скотчем. И по весу, ребят, ну там нет телефона, это 100%, потому что она очень легкая. Трекер показывает, что он вес там 190 грамм, что ли, очень маленький вес показывает. По-моему, и до меня дошла очередь. Что похитили, наверное, у меня телефон с посылки, скорее всего. Много видел видео, что воруют телефоны, но как-то все обходило стороной меня эта участь. Ну, давайте посмотрим, может быть, я не прав, может, это какой-то невесомый телефон попался мне. Так, смотрим. Давайте распакуем полностью, чтобы было видно, в каком состоянии все находится. Потому что я завтра собираюсь сходить на почту девчонкам и оформить акт. Просто посылку будут отправлять обратно продавцу, то есть со всеми актами, что посылка была вскрыта. Вот как видите, здесь разорвано было, надорвано, здесь все надорвано. Коробка у нас с этой стороны вся разорвана, так все цело. Вот видите, открываем. По-любому ее вскрывали, все разорвано, смотрим, вот так пакет разорванный, не высовывайся, все, там больше ничего нету, смотрим, пупырка так по кругу целая, но сверху она разорвана, и давайте достанем. Эх, жаль, очень жаль, ждал я так этот телефончик, Sony Xperia M, да-да-да, все-таки и меня не обошла эта беда стороной. Смотрите, что мы видим. Инструкция и пустая коробка. Абсолютно пустая коробка. Ничего нету. Ловкость рук, никакого мошенничества. Вот она, почта. Ладно, так, понятно. Что дальше надо нам посмотреть? Мне надо посмотреть, что за вложение у нас. А что здесь вообще за акт, мне интересно. Откуда уже пошла. Просто по трекеру показывает, что вес изначально шел 190 грамм. Меня тоже это заинтересовало, думаю, непонятно. Может, он без упаковки, без ничего, просто один телефон, думаю, отправил. Ладно, посмотрим. То есть изначально, как посылка пришла в Россию, вот как начал мой трекер отбивать ее по России, она была с этим весом 190 грамм, по-моему, там где-то так. Так, акт. Давайте посмотрим, что за акт. Что нам тут пишут? Акт на внешнее состояние отправления и разницу в весе. Так, составлен 12.05 Москва Внуково. По депеше. Так, откуда? Сингапура. Так. Пакет мелкий, федерация. Угу. При наружном осмотре оказалось 4 пункта и вот крестики стоят в квадратиках, то есть те пункты отмечены, которые обнаружены при осмотре. Оболочка повреждена, есть, присутствует. С доступом к вложению присутствует. И с разницей в весе присутствует. Подавательский вес отправления 6
килограмм, ну, 600 грамм, скорее всего, и фактически вес отправления 234 грамма. Вот так, ребят, видите? То есть это изначально Москва уже пришло с разницей в весе. Так, постановили, составили акт. Первый экземпляр направить получателю с отправлением, второй передать в КСУ, третий экземпляр подшить документы цеха. Ну все, завтра я пойду к девчонкам. Мы оформим у них акт того, что я отказываюсь от посылки, так как ну, содержимое мы как бы вскроем, да, ну вот у меня видео есть, все доказательства, все есть. Обязательно буду вас в курсе держать дел. Если будут какие-то интересные новости, обязательно буду выкладывать все в нашей группе ВКонтакте, ссылочка будет под видео. Ну, а на этом будем заканчивать. Вот так вот у нас воруют телефоны из посылок и много еще разных товаров. То есть, кого винить, непонятно, то ли нашу почту, то ли почту Китая, тут... В общем, не знаю, кого винить, но как бы все будет по закону. Уж извините, простите, я не получил то, что заказывал, за то, что заплатил. Поэтому с меня какие проблемы, по закону составлю, отправим. Ну и надеюсь, все получится и вернем денежки все обратно. А может продавец согласится по новой выслать еще один, то я в принципе за. Ну ладно, если хотите знать продолжение этой истории, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, и тогда вы точно не пропустите продолжение этой истории. Хочу пожелать вам быть позитивным по жизни, не расстраиваться из-за мелочей, крепкого здоровья, удачи по жизни. Пока-пока.